Потом у нас будет на повестке дня сборная Франции, ну и на закусочку сборной Дании. Такой у нас календарь, в таком формате будет жить. Жесткий мотиватор. Нет вот этих коварных ударов. Ну, да, и... Ну, да. Скажи про тренера вратарей, потому что мы первый день видели, он работал вообще один, только с Мамаевым. Сейчас мы, наконец, вместе. Чувствуете ли момент конкуренции какой-то, или, ну, знаешь... Ну, начнем то, что Владимирович давно знает о работе в «Спартаке» еще. Все требования тоже, в принципе, известны. Он топ. Не, я не хочу просто закидывать такими словами, там топ, мастер, там, легенда. Ну, я думаю, тут плохих тренеров нет. Вообще по командам, может, обсуждали, там, типа Франция, Дания, Исландия? Не, ну я знаю то, что Франция, Дания, Исландия, но я не знаю, как вообще. Невозможно не спросить, ты играл уже с Францией? Да. Может быть, помнишь кого-то? Там как раз такой парень, который единственный гол забил, он будет и в этот раз. Да, я знаю. Ну, много времени уже прошло, поэтому и мы поменялись, и они, поэтому интересно будет встретиться. Последний вопрос. Сам для себя какие цели ставишь на этот турнир и команду? Побеждать каждый матч. Как раз после первого небольшого цикла Михаил Михайлович позвонил и предложил, сказал, как бы готово. Что касается работы вообще в сборной, Михаил Михайлович, он жесткий, но он серьезный мотиватор для ребят, для... Ну, быть мотиватором, по мне, это не означает быть жестким. То есть можно жестко мотивировать, но в то же время только на самом деле произойдет дезмотивация. Мы все одно целое, делаем одно дело, идем к одной цели и должны соответствовать тому, что есть. Yes. Так, где Мюллер и Лермонтовский? Так, вот Мюллер. Точнее, я извиняюсь, Умяров-Ломовицкий. Умяров.
Вновь Ломовицкий, Ломовицкий. Ой-ой-ой, почти доборолся. Соло. Стреляй, один я. Один. Тем временем Александр Ломовицкий. Наверное, открывает счет в матче. Ну вот, например, возьмем сборную Англии молодежи. Кого бы оттуда выделить? Может, 17-й номер из Ливерпуля? Хадсон-Одой хороший. Каллум Хадсон-Одой. Ну, он, слушай, не так часто сейчас за Челси играет. Я так понимаю, ребят, давайте сразу пенки, если вдруг не получится у нас дойти. Мы не умеем пенки бить. Ну, слушай, на тренировке вы же отрабатываете. Нет, ну тут не умеем. Ну, слушай, тут, мне кажется, легче. Так или иначе, здесь нет особого давления. Итак, Бруно Фернандеш против Мануэля Нойера в финал Лиги Чемпионов. Браво! Браво, браво, браво! А кто это исполнял? Я. О! С кем? Вот расскажи, кто лучший? Ну вот сегодня Умярова обыграл, например. А вот это. Ну, мне кажется, у нас такое. Расскажи, почти. Ну смотри, как раскрылся, Никит. Клава Кока? Кока. Или Ливан Горозия? Клава Кока. Клава. Потому что симпатичная девчуля. Клава, если ты смотришь наш эфир, приходи к нам обязательно в гости к молодежной сборной России. Попоем, устроим плохие песни. В общем, все сделаем. Клава, наберу. Инстасамка или Баста? Олег Манекен. Олег Манекен, подожди, это же тот, это ее парень. Да, он с тобой в школе учился. Да ладно. Расскажи об этом, кстати, пожалуйста. Чертанский воспитанник. Ну как воспитанник? Играл в футбол тоже? Да. Играл в футбол тоже? Давайте пробуем. Сыну, пожалуйста. Всем привет. Это Никита Калугин. А это Александр Максименко. Я спину Александр Максименко. Это в ТикТок. Пацаны, там Гарик Маша, Оля. Я с вами уже отбегал.